схватки в степи. Это Донбасс. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Помните, через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните. Военно-патриотического движения «Молодая гвардия Донбасса», военно-патриотический клуб «Спартанцы», входящий в состав общественной организации «Молодая гвардия Юнармии». Я Попов Александр. Я Мутубин. Пришли проведать участника боевых действий Великой Отечественной войны Попова Василия Никифоровича. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Сергей Никифорович. Попова Сергей Никифорович. Сергей Капусту Сергеевич. Кем вы были на фронте? Кем являлись? Не понял. Кем были на фронте? 43-го по 74-й прослужил. 2 года на передовой. Уря, уря. Вперед, сиди, ни шагу назад. Какую историю? Флот пехоты. Идем. Разведка плохо действует. Что плохо, то плохо. Раз, налетели на них, где-то стреляли, окопали. У каждого солдата такое лопатка маленькая, у меня до сих пор есть. Окопали, залили, день-то и два-три, пока приказ не дают. Тут дали приказ, постреляли, курил вперед. Он подпустил на 200-300 метров артиллерии и пулеметов. Воевать он мог, он подготовлен. Ну что ты, я Путин. Ну как ты ешь, еще ты. Месяц был до потом и сразу на передовую. Ну чуть старше тебе. Тебе сейчас 14, да? 15. 15, но мне было на 3 года. 15. Ну так и спасибо. И вот в пехоте пробыл я до Днепра. За Днепром меня чухнуло. В окопе лежал, снаряд разорвался, все это правое. Вот здесь шрам, рука, плечо, вся правая сторона, вся бомбита была. Полежал в госпитале, там около месяца. И он попал на после этого госпиталя в артиллерии связистов. Связистов совсем другое дело. Хоть тоже бегать. Связь была. 40 километров артиллерия стоит, и там передовая где-то и стоит середина. Вот надо отсюда, на передовой, протянуть эту связь. И вот здесь сидеть наблюдатель, там офицер там всегда. Вот передает команду, батарея, правее, левее, огонь, огонь. И вот наше дело. Но он только как заметить говорит, как дать налет, и будь здоров. Ну что, Кенигсберг освободил, Берлин, по Украине, запомнил Николаев, на Николаева медаль за отвагу, где-то в Украине. А самый первый, где-то, где-то маленький. Это за Днепр. Ну что тебе еще интересует, ну что? Медаль, вот первый медаль получил за Днепр-фортировали, за боевые заслуги. Было дело так. Мороз, это такой же месяц, так что уже месяц, 44-й год, да, 44-й год уже. Я стоял часовым, постоял немного, холодно было, мы, так, где тут сейчас, что сказать, вот небо течет. Потом раз, тут большой остров, сосны растут, мой километров 2 или 3 шириной этот остров. Тут Днепр, а тут рукав Днепра течет. Опять этот рукав упадает в Днепр.
Тут мы заняли этот остров. И я раз попался на глаза, попал стоит, становись часовым будет. Туда-сюда побежал, постоял, я супа умею был. Подхожу, как ты такой. Подевай часовым, скоро разъединяйся. Вот подевайте-то. Откуда? Только я в этот, в окоп наломал веточек, это, чтоб не на снег, не на снег ложиться. Подходим опять будем. Наступать пойдем не с часовым. Ну, собрались, командир. Что ж там позвали? Все старшие, капитан. Сейчас пойдем наступать. Наша задача. Форсировать эту рукой Днепра, забросать немцам, а немцы по самым берегам. Ого, не в воде, а на суше там. Забросать их гранатами. И за нами пехота форсировали. Где эти не лодки набрали, не знаю, деревянные лодки. А, вчера был. Я шинель свою бросил в хате, а бушлат у меня. Бушлат. Пожарников видал когда-то. Бушлаты такие. А когда улупил дождь, а потом снег пошел, я ушел этот мокрый, нашел в кустах в этом на берегу фрицевскую шинель. Натянул их сверху. Ну что теплее? Ну все в лодку шинелью этой прикрылся. Ну не запрыгай, не может мы это звонить. Как заметил немец, как начал пиздевать. По этой, по нашей лодке. Ну, по всей лодке, там же ни одна лодка. Кто куда? Я глядь, уже я один. Бросаю я эту шинель и в воду, как суку. Ну, представляете, вода, ну, мороз небольшой. Борт мурашки. Тут вперед, ура, ура. И немцы побежали. А на немцы тут вверху, а наверху какое-то село было какое-то. Врываемся какой-то сарай здоровый там. Я снимаю это свои гнедики, гимнастерку, все мокро, одеваю фрицевское. Вот такое дело. Потом сказали, там хата, там топится, хоть туда. Ну, слушай, ты сколько времени пошли немцы в контрнаступление. Не окапывались мы, занять оборону. А наша 96-я дивизия, а справа... Да, 96-я гвардейская Иловайская. А правее форсировала дивизия 61-я. Молчи, немцы, если прижмут, то мы должны 61-й дивизии. Но не прижал. В общем, отбили три атаки. И... Немцы. Это пулемет ко вторым номером. Дегтярев. Голова, ты до первого боя. Тебе завтра не будет. Рука. Да ты на первый раз сразу смотри. Второй номер. Первый номер берет с пулеметом ручным. А моя задача. 4 диска, 2 сумки таскать. А чем ты? Иди санитаром. Да ну что так? Да что, лежит, перевязал ему. Вот тебе, бинтов хватайте, будь здоров. И вот санитаром я дошел. Откуда? От этого Днепра. А, до Николаева. Да был санитаром. За Николаева получаю вторую, за отвагу. После этого перебрасывается наш Белоруссия родная. Это первый раз за всю жизнь по тревоге погрузили поездом. Станция Новозыбка, это Брянская область. Тут недалеко находится Гомель, Белоруссия. В мае месяце уже, 44-й год, уже все это на нашей стороне. Своим ходом, а до этого, на формировку, получаем у нас, было уже в артиллерии попал, новые пушки, просто повидим только с завода. Гаубицы те остались, гаубицы 120, это 76. Судобрейкер американский, все это. Так. Нас обратно, я попадаю из водоуправления, вот в Белоруссию прошел, катушки таскаю. Ну, за что там ворожит мне? В Руси прошел, за Кенигсберг орден Красной Звезды получил,
за Берлин, видать, за Берлин, за освобождение без победы. Из-под Берлина в Прагу. Из Праги побыли там места уже от фортеляты. Перебрасывают нас из-под Праги в Брестскую крепость. И вот 3 года там. Запивай, не хочу, бегом. Ну, кормили, как обычно, что ж же. 900 грамм хлеба. 800 грамм хлеба на день. На завтрак супчик реденький. И 25 грамм сахара. Чай пей хоть сразу, хоть оставляй. На обед борщ или суп. Опять картошечку или кашу. И там вот кусочек хлеба. 300 грамм хлеба. На ужин кусок трески с Дальнего Востока, соленой. Картошечку или кашу так. И так все время. Не сыт, не голодно. Но мордочка была. Ну, ах. Лена работал фотографом. Какая советская власть была, а? Все дешево. И здесь я малина была. Нет, варвары разбили, коммунистов разогнали и сделали капиталистов.